Всем привет-привет! С вами канал Артмания. И сегодня Димочка будет заниматься. Сегодня мы покажем, мы давно вам не показывали, как Дима у нас занимается. Изначально были у нас уроки, когда мы изучали букву Б. Потом я почему-то больше не снимала, но у нас и не было больше таких занятий. Мы стали просто полностью изучать алфавит. То есть не по отдельной по буквы, а сразу полностью. Вот такой у нас есть алфавит. Давай его покажу. Вот такой вот. Они отлепляются на магнитиках. Он продавался вместе магнитной доской такого же размера в Галамарте. Стоила она там где-то 500 рублей. Вот. Очень хороший. Мы по нему, то есть каждый раз садимся заниматься, каждое утро. По нему повторяем весь полностью алфавит, полностью цифры повторяем до 10. И потом начинаем заниматься. То есть, именно с таким способом ребенку гораздо проще. То есть следующие буквы он уже помнит и знает, когда, если, допустим, не повторять день, не надо их выдавливать пока. Мы их пока что еще с тобой не выдавливаем. Вот. И сейчас мы будем с вами заниматься, и вы посмотрите, как Димочка. Да не надо тебе выдавливать, я говорю. Давай. Какая буква? Это был у нас с тобой алфавит. Буквы, да? Это были буквы. Теперь мы с тобой цифры повторим. Цифры. Какая это цифра? Один. Молодец. Видишь, как она выглядит? Вот так она выглядит. Тут какая цифра? Семь. Два. Три. Три. Молодец. Молодец, до 10. Мы с Димочкой пока еще до 10 считаем. Дима считать, в принципе, уже умеет, но вот на вид он их плохо знает, да? Подписчикам с тобой расскажем. Вот так мы повторяем алфавит. Каждый раз садимся заниматься. Потом у нас идут вот такая вот книжечка. Это фикс прайс. Покупала за 55 рублей, наверное, где-то так, IQ. Отсюда мы некоторые задания выполняем. И также вот есть у нас еще вот такие вот карточки. И там мои. Да. Допустим, цветы. Он видит это слово, как оно выглядит, читается, то есть какие буквы. И мы находим, то есть я нахожу рисунок цветов в этой книжечке и показываю. Вот так вот это слово читается, вот так оно выглядит. То есть вот. Да. Тут надо посмотреть, какие у меня слова. Это тоже из фикс-прайса. Здесь с этой стороны какие-то картиночки. Вот, какие-то слова я делала сама. Они там, на другой день у меня. Вот здесь у нас цветы, лимон. Ну, конечно, если все приходится искать. Давай, зайка. Ежик. Так, давай с тобой. Нет, мы туда дальше с тобой заглядывать пока что не будем. Книжка, кстати, очень интересная такая. Для ребенка. Да, кстати, забыла сказать. Диме 2 года и 8 месяцев. Да. Так, давай с тобой заниматься. Это кто у нас с тобой? Улитка. Улитка, да. Посмотри, она улыбается тебе и смотрит на тебя. У него тут какие вон ушки, да? Усики или что это у него там? А это что такое? Имка. Что это у меня? Домик, да? Тут окошко. И даже труба есть. Окошко, труба есть. Да. Так. И уська, да? Что у нас тут? Дельфин, да? Дельфин. Вот, то есть мы показываем ребенку, что тут дельфин. И вот тут какая цифра?
Один. На вид вот он их не помнит. Один. Так, это пока не трогай. Это мы убираем. А дельфин что делает? Купается. Плывет. Он не купается, он живет в море. Он плывет, видишь, волны. Волны. А смотри, а вот тут надо пальчиком провести. Давай пальчиком, правую ручку давай. Вот так вот пальчиком проводим. Вот они, волны. Дима волны пальчиком нарисовал. Да, видишь, какие красивые волны. Дельфин плывет по волнам. Дельфин это рыба. Это рыба. У него, видишь, какой хвостик? Видишь? Это рыба. Он живет в воде. И там котик, да? Рыба же бывает разная. Бывает вот дельфин, кит. И там рыба. И другие, да. И там рыба. Так, здесь у нас что на картинке? Зима, да? Зима. Зима. Что тут нарисовано? Снеговик рисовано. Снеговик, правильно. Кто еще? Что тут? Лавочка. Это санки. Санки Дима просто не знает ёлки, еще. Ёлки. Посчитай, сколько ёлок. Один, два, четыре. Три. Один, два, это что? Оба. Здесь что у нас с тобой? Лягушка. Лягушка, да, она какого цвета у нас? Зеленая. Зеленая лягушка, да? Как лягушка разговаривает? Поля. Правильно. А пчелка где? Нет. Где пчелка? Вот, молодец. Как пчелка разговаривает? Там пчелка. Так, а птица? Где птица? Птица. Вот, желтенькая, да? Смотри, как птичка летит. Пальчиком покажи, по линиям. Да, давай вместе. Вот так вот, 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 вот. Ну что ты пальчик свой, вот так вот, вот так вот. Волнисто, как она летит, птичка, да? Какая цифра здесь? Семь. Три, три. А здесь что такое? Дудочка, дудочка, да? Это шарики? Это шарики, да, Дима? Это сижа, это кукла сижа. Шарики? Сижа. Да? Какого цвета? Зизя. Какого цвета? Голубая зизя. Нет. Уфа, вот это да, голубой шарик. А это шарик какого цвета? Голубая, опа, голубая шарик. Какого цвета шарик? Зизя. Оранжевый. Оладья. А это? Зизя это. А это какого цвета? Синий. Красный. А зеленый шарик где? Зеленый. Нет, вот же он зеленый. Видишь, они оба оранжевые. А это? Да. А здесь кто? Цыплята, да? Цыплята. А что они делают? Цыплята. Клюют зернышки, да? Зернышки. Сколько цыплят посчитать? 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3. Правильно, 4. 1. Давай пальчик свой. Я тебе покажу, как правильно считать. Указательный давай. Указательный. 1, 2, 3, 4. 4, да? Цыпленка здесь 4, они кушают, да? Зернышки вот тут лежат, они их клюют. Да? А давай 7, травки 7. Посчитай. Сколько травок? 1, 2. 2 травки. Молодец. А облако? Это сайки. Облако? Куриное облако. Сколько? 1, 2.
Два. Молодец. Чайки, здесь чайки. Здесь точечки, посчитайте точечки. Один, два, четыре точечки. Ну, их не четыре, нет. Давай руку. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Их шесть штук. А ты четыре насчитал, да? Я четыре насчитал. Бананы и яблоко. Ага. Что еще? Цветочек. Угу. Какой цветок? Синий. Василек. Банан. Банан, молодец. Ну, банан ты увидел. Яблоко я увидела, я услышала. Лимон. Что еще здесь? Груша. Груша, правильно. Еще. Помидорка. Помидорка, правильно, еще. Ой. Что еще? Груша. Груша, ты уже говорил. Лимон говорил. А это что? Груша. Правильно. А это? Папочка. Правильно. А где желтый цвет? Здесь. Что у нас желтый? Нет. Один. Нет, лимон желтого цвета. Очень. Желтый. А что еще желтый? Пятый. Банан желтый. А не животный. Желтый, да? А зеленые? Что у нас? Нет. Груша зеленая. И что еще? Где груша у нас? Покажи. Одина груша. Да. Где она? Еще что зеленое? Огурец зеленый, да? Огурец зеленый. Да. С цветами немножко у нас плоховато. Плоховато. Где у нас цветы? Цветы у нас где? Вот цветы, да? А вот смотри слово какое, да? Что тут написано? Цветы. Правильно. Цветы. Мы читаем по слогам. Цветы. Ц, В, Е, цвет, Т, И, ты, цветы, молодец. Вот они цветы, вот цветок, да, вот, вот. Все вместе они цветы, букет, цветы. А по отдельности цветок, один цветок, много цветы. Много цветы. Так, там у нас был, кстати, лимон, мы с тобой его. Вот. Что здесь написано? Лимон. Правильно. Лимон. Ле и ли. Ой, не видно даже совсем. Ле и ли. Мэ о не мон. Лимон. Куда смотришь? Лимон. Вот он желтенький у нас лимон. Дима. Лимон. Сядь нормально. Дима, ты устал? Все, иди отдыхай пока. Передохнем с тобой. И камеру пусть отдохнет тоже. Ёлка, да? Ёлка, да? Ёлка, где? Покажи ёлка. Одинная ёлка. А где травка? Одинная травка. Что написано? Только травка. Травка. Трава. Трава, да? Т-Р-А, трава, ва. Трава. Вот она зеленая, да, трава? У грибочка вот травка. Тут травка, да? Вот здесь вот травка чуть-чуть есть, да? Травка, трава. Вот так это слово выглядит, да, сына? Вот так выглядит? Да. Дальше у нас вот такая вот есть книжечка. Это мы покупали тоже в фикс-прайсе. 1000 упражнений для обучения чтению. Дима уже начинает учиться читать. Вот здесь, конечно же, есть вот
буквы, то есть на каждой странице своя буква. Мотовка, это мотовка. Да, картинки, но есть и слоги, которые мы с тобой читаем. Вот, две страницы, но мы читаем только вот эту, вот как раз самые такие буквы, которые он именно может произнести. Давай. Б, А, Ба. Повторяй за мной. Б, А, Ба. Б, О, Бо. Б, У, Бу. Б, Э. Б. Дима. Дима. Б, Б. Дима. Б, И. Б. Молодец. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки. Лайки, лайки, лайки. Ставьте Диме 2,8. Скажи, мы уже умеем много чего знаем. Вот. Смотрите наши также другие ролики, наши влоги, обзоры и так далее. И всем пока-пока. Пока-пока. Скажи пока-пока. Пока. Пока-пока. Да.